достопримечательности. Итак, если вы оказались ночью в Монте-Карло, ночью, то кроме казино вас ожидают Фермонт отель и Будабар. Самое центральное и самое вожделенное место публики в Монте-Карло, ну, одно из, точно, это Будабар. Все наши вот такие девушки, а-ля куклы Барби, с длинными сапогами, чулками, все ходят в это прекрасное заведение, оно такое огромное, высотное, вот, и все ходят в этот Будабар. Вот он. Красота, красота. Будабар. Красивый ход со всех сторон. И дальше, если вот так вот идти по улочке, вы увидите очень известный, тут не видно надпись, Никки Бич. Он также известен среди нашей молодежи. Всех остальных, вон там такие ребятки, я вам покажу боком. Вот. Иссуинска. И также горизонт. Вот он, Никки Бич. Он также находится вблизи Монте-Карло, соответственно, подле него. Здесь расположен фитнес-центр Фермонт, занимающиеся люди спортом. О, молодцы какие.